Маньяка не дождались. Мега-маньяк садится в машину. Он не шутит, блин. Включил 4 пониженные. Потому что народ застоялся, по катухе давно не было. 10 лет у вас клуба не в счет. Там и машин не было. Не, куда-то он поехал. Ну там может и на Таврии можно ездить, елки-палки. Что исполняет, непонятно. Теряет авторитет на глазах, блин. Сейчас может реабилитируется. Ну, шансы небольшие. Не, ну это не серьезно. Там АК проезжает на раз-два, блин. Да, первый заезд комом, конечно. Пока маньяк не приедет, мега-маньяк не может начать нормальное катание. Блин, минус 7, руки мерзнут. Тут и подрифтить негде вообще, да? Блин, ну пока развернется и пленка кончится. Блин. Не хочет, машу ему, чтоб право поворачивал. Очкует. Короче, все, замкнул круг. Вот эта трасса будет. Это будет трасса. Слышишь, так надо на Тавриях было ехать. Мы не на тех машинах приехали, елки. Таврия, Славута, ВАЗ-2106. Да, а как начинал? Как буксовал, помню, в молодости. Все, это он паркуется и ложится спать сейчас, наверное, я так понимаю. Да. Хоть бы подрифтил, блин. Блин, рацию не взял, сказать ему, чтобы подрифтил. О-о! Сейчас что-то он пытается показать, какой-то пилотаж. Не, сдулся. Или это он прицелился только? Ага, сейчас 8-я пониженная. Мерзлая. Главное, пилот не замерз. Не, слабо. Слабо. Колеса надо спустить. Давай, давай, Паша, давай, давай, бандеровец, давай. О, вот это было неплохо, это было неплохо. Колеса отрывалось переднее, одно точно колесо я видел. Отпало? Отрывалось от земли. О, слышишь? А я думал, что ты уже это. Где аплодисменты? Да прикольно. Ну вот, сейчас он подочковывает чуть-чуть.
Ну давай, пленка кончается. Заглох. Продавать надо. Да она длинная, не перевернется, Паша. Ну я тебе говорю, машина длинная. Все равно длинная не перевернешь. Если бы на старых мостах опасно было. Да что ж такое, блин? Блин, что-то, блин. Может, назад вернешься, блин? Может, назад вернешься? Влево руль, Паш. Влево руль! Где ты, Валера? Да, это любители шишек, я тебе говорю. У них отдельно. А, у них слет шишек, да? Типа, а где ты колодки покупаешь? А где барабаны, да? Да. Где барабаны? Насколько тебе ступицы хватает, да? О, а ну повторите на камеру. О! Вот так настоящие эти силовики. Силовики настоящие здороваются. Так, тут от маньяков мы отвлеклись. Ниже, Антон, ниже камеру. Маньяк пошел в бой. Маньяк в бой пошел. Ну я же не мешаю вроде. Так. Все. Барабанная дробь. Всем включить камеры. Не упустить ни одного момента. Ты проехал, Паш? Здесь да. Паша классно выехал. Да. А что он там пампер застегивает или что он делает? Валера, одевай второй! Второй одевай! Себя снимает. Я думал, дезодорант там брызгает. Ого! Что-то я... Это реально. Паша, подожди, не спеши. Не хватает блокировки. Не пройти яму. Я на газу.
Ну, хорошая артикуляция. Вот начинаются массовые заезды, пошли в Врангель. Первая попытка была не очень удачной, вторая легче.